Подумай еще раз. Каким мы занимаемся днем, Маш? Вечертаг. Супер! Значит, heute ist Sonntag. Супер! Так, что еще можно? Что можно еще узнать? Контест Динс. Нет, зон, так сказал. Зон, так блин, не могут быть два дня, да? Да, не может быть сегодня воскресенье. Только одно, это математика. Один день, да? Зон, так. И welcher Monat ist heute? Welcher Monat? Октябрь. Нет, Полюш, ты знаешь. Мы повторяли. Мы говорили. Welcher Monat? Последнюю неделю. Супер! Heute ist Februar. Heute ist Februar. Gut, ist das ein Wintermonat? Какой? Это зимний месяц. Ist das ein Wintermonat? Зимний. Еще раз. Februar ist ein Wintermonat. Теперь сама, Полюша. Februar. Открывай рот. Открывай рот. Вintermonat. Винтер это что? Зима. Да, февраль это зима. Но это уже у нас последний, да? Это зима месяц, кончается, да? Да. Уже Винтераде, сейчас вспомните эту песню, споем опять. Да? Да. Да, Винтераде, последний месяц зимы. Зима почти кончается. Да. И еще февраль, но февраль имеет... Несколько дней, да? Февраль имеет сколько дней всего? Самый короткий месяц. Месяц, да. Wie viele Tage? Wie viele Tage hat der Februar? Wie viele Tage? Wie viele Tage? Давай, считай, сколько всего дней февраль. Сколько? Полина, смотри, открывай глаза и давай, считаем. Сколько всего? Один, два, три, четыре, пять. Sechs. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, vierzehn, смотри, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, Полина, по-немецки, achtzehn, neunzehn, zwanzig, смотри сюда, что здесь написано, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, 24, 25, 26, 27, 28.